Здравствуйте, компания Прогресс Авто. Обзор мини-трактора Mitsubishi MT-225. Прекрасный трактор Mitsubishi у нас здесь на продажу поступает в город Якутск. Объясню, почему прекрасный. Состояние достаточно хорошее, несмотря на чуть, скажем так, поезженную косметику. К сожалению, есть замечания по косметике. Но, тем не менее, двигатель работает максимально ровно. Сейчас, естественно, дам оборотов ему чуть-чуть попозже. По резине передние шины достаточно хорошо поезжены, но задние зато состояние отлично. Ни замечаний никаких нет, а износ небольшой. Трехточка у нас здесь. Трехточка с максимальным количеством регулировок, то есть гидрорегулировки присутствуют. Также датчик положения по автозаглублению присутствует в этом тракторе. Все остальные функции, которые хотелось бы иметь, все они есть. То есть пульт управления призой у нас так вот открывается интересно. Соответственно, все здесь у нас присутствует. Отключаемый полный привод, блокировка моста. Все это есть. И также есть огромное количество других функций, о которых я сейчас расскажу, что интересно. Соответственно, что у нас есть? У нас есть раздатка, как и в обычных тракторах. Но у нее здесь два ряда. Я объясню почему. Потому что коробка передач выполнена вот в таком вот стиле. Это аналог куботовского U-Shift, грубо говоря. Соответственно, все это дело прекрасно работает. Огромное количество ступеней нам дает. 8 передач здесь, в частности, в данный момент. Также у нас есть реверс вала отбора мощности, что очень редко встречается на тракторах и очень классно воспринимается, в принципе, всеми. Вал отбора мощности рычаг, соответственно, справа. Также на этом тракторе есть реверс, соответственно, 8 передач плюс раздаточные 2 плюс реверс. Получаем 16 передач вперед, 16 передач назад. Итого 32 передачи в данном тракторе. 1200 моточасов наработки. Наконец-то лицо говорящего голоса из Прогресс Авто появилось в кадре. Естественно, все функции по гидравлике работают, все отлично поднимается и опускается. Трактор отлично реагирует на обороты. Никаких лишних выхлопов не издает. К сожалению, при наборе оборотов есть небольшое поддымливание. Но в дальнейшем он прекрасно работает. То есть, видимо, чуть-чуть богатит, когда газ нажимаешь. Естественно, в этом тракторе, учитывая все обилие функций, присутствует также гидроусилитель руля. Отлично это видно. Поэтому максимально богатый трактор. Ну, конечно же, есть козырек, но этим уже не удивить. Поэтому вот такой максимально богатый трактор на функции едет у нас в город Якутск и будет продаваться там. Соответственно, еще раз повторю. Полный привод, реверс, 25 лошадиных сил. Реверс на коробку передач, реверс на вал отбора мощности. Коробка передач 8-ступенчатая. Поэтому все это в городе Якутск уже совсем скоро. Приезжайте. Всего доброго. Прогресс Авто. Забыл сказать, колея 100 сантиметров у нас здесь по центрам задних колес. Еще раз повторюсь, Прогресс Авто. Будем рады вас видеть на филиале. Всего доброго.